просто за вот пару минут, которые я присутствовал, увидел штанга, перекладина. А в целом, как впечатление? Первый тайм мертвые вообще, вышли не собранные, как тряпки, не знаю, что произошло. Не знаю, вроде бы и настраивались, и состав хороший, и вышли вроде бы, не знаю. План, короче, на первый тайм абсолютно провалили. Пустили два гола, на второй тайм вышли, более-менее собрались. Показали характер, забили два гола, моментов, конечно, создали, я не знаю, на 10-2, наверное. Но ребята тоже достойные соперники. Хочу сказать им спасибо, поблагодарили, я думаю, те, кто присутствовал на игре, им игра понравилась. Ну, не знаю, хорошая игра, тотал больше пробили, у кого-то ставка может зашла, это хорошо. Mm-hmm. Спасибо всем, хорошая игра, приятно. Конечно, очки потеряли, не знаю, хотим побороться за призовые места, конечно, будет тяжело, конкуренты наши выиграют, Олимпик, Альянс. Еще там команда, забыл название. Ну, будем играть, будем приезжать, в первую очередь, удовольствие получим. Скажи, пожалуйста, что можешь сказать об игре с банкой? Твой выход один на один. Почему не получилось реализовать? Я подсек уже все, думаю, там уже есть. А він... Ты думал, пенальти пальцем, будет? Не, він пальцем просто-напросто вже черкнув там и все. И мяч так уже покатився, думаю, уже все. Ну, ты в этой ситуации хотел забить или на пенальти? Забить, конечно, да. Я уже прокинув його, він просто пальцем великим рукой зацепив уже и все. Там. Ну, твой вже взгляд, потом кто больше владел мячом? Ну, не, ну, два разных тайма. Абсолютно, да? Да, два разных тайма. Я думаю, що команда банка вона заслуговує третє місце, тобто не зря вони так ідуть зараз. Ген, пожалуйста, поделись своим мнением о двух играх, которые вы провели в четвертой и шестой лиге. Ну, в четвертой мы знали, с кем играть, это Бронепоезд, мы к ним готовились. Ой, прости, в шестой лиге Бронепоезд, мы к ним готовились, забили быстрые мячи, хорошо. Удалось не пропустить, довольны победой, укрепились на первом месте. А по поводу второй игры, ну, там у ребят на одного меньше было. Голов почистил, да? Игроков, и нам было легко играть. Нам удалось забить в первом тайме 6 мячей. Во втором чуть расслабились, выпустили ребят, у которых меньше игровой практики. Они немножко сдали и получили пару мячей, точнее 3. Ну, потом вышли опять лидеры в конце и все-таки добили.
забрали свои 3 очка. 30 секунд до конца игры, 4-0. За счет чего? У нас хорошая команда, хорошее усиление. Командная игра налажена. То есть нету такого, как что раньше было. Вот. Я думаю, могли бы еще забивать, в принципе. Но мы довольны. Победили. Хорошая игра. Будем стараться в следующем матче тоже побеждать. Угу. Давай пройдемся первый и второй тайм. Вот что общего в них и что разное? Да, мы, по-моему, одинаковые таймы, контролируем мяч, стараемся перепасовываться. Ну, иногда индивидуальные действия, слишком передерживаем мяч. Ну, в принципе, плюс-минус, я могу сказать, что хорошая игра была. Заслуженно победили. А кого бы ты отметил в команде соперника? Я даже не знаю, но у них хороший нападающий Воробей. Мы еще Паска 12, помню, забивал. Вот. А так, в принципе, неплохая команда, но нужно усиление им и чтобы больше лавка была, наверное. Вот, тогда будет побеждать. Скажи, пожалуйста, вот что было тяжело в этой игре? Что не получилось для вас? Не сыгранных, может быть. Угу. Все эти дела. Даже не знаю. Кто был самый опасный игрок вот, в команде соперников? Чуня, по-моему. И в черной футболке был парень. Я буду где-то ближе к нападению уже, а ты играешь сейчас не куда еще. Ну, как всегда. Все, Кирилл, идем. Какие ожидания от матча? Победа, только победа. Сегодня будет сколько сейвов? Много. Просто скажи, вот вы сыграли с командой Костеля, правильно, с Костеля, да? Да, да. Скажи, просто как у вас? Какие впечатления? Что не получилось, что получилось? Со мной чего не получилось. Во-первых, результат матча не получился. Ну, как бы не в нашу пользу. Вот. Тяжело было играть, потому как играли без замен. И есть у нас в команде такой нюанс, что очень часто на матчах присутствуют разные игроки, мы не успеваем сыграться между собой. Вот это, наверное, один из факторов, почему так играем. А в целом, в принципе, неплохо. Вроде и держали мяч, и был пас. И отходим! Смотрели на поле. Стоим! Вот. Ну, команда соперника оказалась более интересной. Скажи, пожалуйста, сегодня вы играете со Спартой? Как настроение? Да, нормально. Да? Готовы побеждать или нет? Конечно, мы всегда готовы. Как думаешь, за счет чего можно обыграть эту команду? Ну, как всегда, за счет нашего командного духа, который у нас самый высокий в лиге, вы знаете. Матч получился супер, зрелищный, интрига. Согласен? Нет? Почему? Потому что все голы забывались на ошибку. Нашей команды и их команды. Ну а что тебе понравилось больше всего в команде соперника? Их умение контратаковать и ловить нас на ошибках. Угу. Ну а в целом первый и второй тайм, в чем разница? Первый тайм проверил лучше, чем второй. Во втором творилось что-то непонятное. Ну ты игрой недоволен или доволен?
Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь игру? То есть вот тяжело или легко играется с командой? Тяжеловато. После работы, тем более, команда достойная против нас выступает. Тяжело играть. Ну, как ты считаешь, вот счет таким же останется или сможете все-таки вырвать? Я думаю, перелом. Минимальная победа будет 1-0, 2-0. А какие сильные стороны у команды соперника? Все борются на каждом кусочке поля. А вам что не достает? Нам чуть не встает основных игроков. Сегодня у нас как бы не основной состав, но ничего. Первый тайм 0-0. Скажи, классная игра или нет? Классная, вообще? Отличная. То есть нравятся такие игры, да? Да, интересно, приятно играть. Ну, второй тайм, когда думаешь, все-таки кто победит, тот и забьет решающий гол? Или первый забьет. Да, то есть так и будет, да, да, скорее всего? Мяч. Угу. Какая вероятность того, что это будете вы? 52%. 0-0. Ты опять со скамьи, наблюдаю за игрой. Скажи, пожалуйста, вот что можешь сказать, кто ближе будет к победе все же? А пока еще никто. Пока вообще игра равная без моментов, даже не знаю. Ну, надеюсь, что наши выиграют. Да? И за счет чего они это могут сделать? Ну, за счет того, что соперник устанет, наверное, надеюсь. Кто забьет, как думаешь? Ну, как всегда, Уланов.